На иконе Богоматерь Знамение русская иконопись впервые обращается к батальному жанру, который не встречается в византийской живописи. В основе сюжета лежит реальное историческое событие. 25 февраля 1170 года новгородцы победили Суздальское войско во главе с князем Мстиславом, сыном Андрея Боголюбского. По легенде, победа была одержана благодаря чуду, явленному этой иконой. В верхнем регистре иконы святыню торжественно переносят к главному храму Новгорода, Софийскому собору. В среднем встречаются послы враждующих сторон, и тут же начинается бой. Стрелы летят в защитников Новгорода, поражая и чудотворную икону на крепостной стене. Богоматерь Знамение отвернулась от завоевателей, и спустила слезу, и на их войско средь бела дня напала тьма. Внизу мы видим итог чуда, явленного небесной заступницей.